Живой звук. Иностранный гражданин спрятал редких птиц в акустические колонки своего автомобиля, чтобы вывести их из страны. Контрабандиста остановили на границе с Казахстаном. Злоумышленника задержали на пограничном пункте Исылькуль. В багажнике обнаружили 3 кречетов и 1 балабана. Эти виды занесены в Красную книгу России. При осмотре специалисты не обнаружили на лапах пернатых колец. Это говорит о том, что их отловили незаконно. В настоящее время птиц передали для ухода и содержания орнитологам. В полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.